Всем привет, дорогие подписчики! И сегодня моя мама поделится с вами рецептом своих офигенных блинчиков. Научись сама готовить для своих дорогих подписчиков. Не, я же не домохозяйка. Представляешь, я, оказывается, домохозяйка. Ну да. Я хотел бы выразить свое искреннее восхищение одной уникальной и невероятной женщиной. Шикарно выглядит. Это при том, что у нее трое детей. Генеральный директор Татьяна Сергеевна. Вот с таким подходом ты до пенсии будешь домохозяйкой. Идеальная женщина. Да? А ты уже не можешь 5 лет придумать, чем тебе заняться. Работа, мне кажется, это просто лучшая психотерапия. Знакомьтесь, это мой новый напарник, бомбическая суперсвинка. Ты возьми мою машину и все возьми. Я скоро на работу выйду. Меня может змея. Мне кажется, маме не надо работать. Доброе утро, мамочка. Пусть занимается нами, как раньше. Нет! Руки вверх! И вообще, у нас все прекрасно. Все какие-то дефективные. Алло, Артем, у вас все в порядке? В порядке, в порядке. Я вас очень люблю.